50 тысяч. Уедь. И мне это все взять. Хороший размен, но... Да не нахуй. Еще 40 лет покопить и уже купить нормальный броню. Сейчас, блядь, пистолет продашь, только вкачали туда и продавать, ну его нахуй. Так, все, пошли гасить. Шляпу, блядь. Блин, пятый уровень брони нара охуительный. Наверное. Ну, давай пробовать. Иди сюда. Тоже неверно. Да меня уже просто взбесили, блядь. Невозможно. Так, а, в смысле, блядь, а нахуй я убивал? Thank you.
А не, проще было просто проскочить. А, ну мы не могли пройти, потому что она сразу хватало. Ну ты под кордон, блядь. Оба меч-то клавками сделал, типа, угадай, кто, блядь. Так, погоди, зона вакуум. Зона нормального давления. Зона вакуум. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Системы жизнеобеспечения и контроля климата. Есть что нет? Жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Куда? И контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Хотите, пожалуйста. Зона нормального давления. Сбой системы жизнеобеспечения и контроля климата. Опасно для жизни. Пожалуйста, вызовите ремонтников. Блять, 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 нет. Только не это поебота. Заживались. Казалось бы, вроде мелкие, блять, а только неприятности. Я еще 30 секунд воздуха, а что ты задыхаешься?
Я плохо, что ли, чуть? Блять, какой ты дебил, а, сука. Блять, ебанат, блять. Жадность до добра не доводит. Я понял, блядь. Блядь, может как-то по-человечески его, сука, пилить нахуй, я уже не понимаю, блядь. Ну нахуй, блядь. Эти-то, блядь, откуда нахуй? Блять, но он же живой, откуда не вылезли-то нахуй. Так, все нахуй. Где у меня четверка? Пизду нахуй. Блять, пилу. Сейчас нахуй разъебашу, блять. Да, Костян, я такой человек. Я порой себя ненавижу больше, чем всех людей в мире. Потому что все наши проблемы – это только из-за нас самих. Как говорится, хочешь изменить мир? Начни, блядь, с тебя. Все, Костян, рад был тебя видеть, доброй ночи, в общем, увидимся еще, если что, завтра заходи. Я пока болею, у меня тренировок нет, так что я пока дома. Так что стримы пока будут почаще.
Распилю, блядь, просто. Нахуй надо. Съебывай, дурак. Мне игра рухнет, что ли? Блять! Иди нахуй, черт! Только нет хуйня, пожалуйста, блять. Ой, блять, ясно. Короче, пизду нахуй. Вырубаем Dark Souls, просто забираем то, что надо, и съебываем. Пожалуйста, быстрее, блядь, быстрее, стука, открывайся, ты ебучая. Куда ты забежал, блядь? Ну нахуй сюда-то мы забежали. Вот там и сидите. О, здорово. Не пойдем точно. Блять, только не сдохни, пожалуйста, блять. Мутант нахуй. Быстрее, блять. Да беги ты, сука. Зона нормального давления. Нет, ну блять, ну не мудак, а. Ha ha ha.
Да, просто я помню, что были бы перекаты, было бы все проще. В общем, тактика та же. Забираем ту пластинку и съебываем. Нахуй пизду это все. Да, блядь, еще надо забрать ту хуйню. Я надо ли? Иди нахуй, долбоёб, блядь. Ой, ёпта, блядь. Давай, блядь, хуйню. Да, сука, беги, блядь. Отличная работа, мистер Кларк. Отлично. Нахуй ты останавливаешься, аддон. Я буду ждать вас в ответе. Иди, дурак. Да ты сука, блядь, заебал ты, пиздеть нам. Блядь, пиздец. Открывай нахуй, хуйню быстрее, блядь. Все, пошли нахуй. Ну, у меня был неплохой, не, точнее, есть неплохой учитель. Съебываться я научился. Нахер. Голова ебаная. Мы ела Александра пошли, кажется, под штору уже. Ну, я понял, да, Александр. Откуда ты, сука, газ? Ну, это понятно. Откуда голова и делись, я не пойму. Сильно, сердце. Если меня сейчас не усыпит и ничего с мной плохого не сделает. А, ребят, сейчас секунду, запишу сразу еще одну игру, раз вспомню. Ты справилась! Слава богу, ты справилась! Я знал, что ты сможешь починить человека и покинешь это место, но сейчас это невозможно. Силовой двигатель челнока уничтожен. Нет. Не теряй надежды, не теряй. И с кем разговариваешь-то?
Сначала я сам потерял надежду. Я пытался уничтожить корабль, вывести из строя его системы. Но Амелия... Она все изменила. Церковь! Они считают обелиск святыней, но они не знают, что тут произошло. Не знают, что они выпустили на волю. Смотри, смотри, смотри. Смотри на это. Я так понимаю, это босс, да? Вот, что мы нашли внутри планеты. Мерсер назвал это разумом Роя. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мы были глупцами. Но Амелия... она знала, что это можно остановить, вернув обелиск на планету. Обелиск удерживал разум внутри. Верни обелиск и снова запечатай разум Роя. Пожалуйста, прости меня, Амелия. В этой трагедии большая часть моей вины. Теперь мой долг положить этому конец. Вот у нас главный герой какой-то горбатый, блядь, понимаю. Не прости прямо, хоть он сгоробатившийся. Если ты починишь челнок и погрузишь... Вина болит, что ли? Мы остановим это. Навсегда. Надеюсь, Денчик нет. Ну, вроде у него как бы вот на спине это позвонок. К шлему не присоединен, чтобы он горбатился. Ну как, должен прямо стоять. Ну или разработчик костюма просто мудак. Жалко, парни. Да вообще, блядь, откуда вы все взялись, нахуй? Я не все таки хвалю, лучше рекламу не найдется, не точно. Приказом было забрать обелиск с планеты и доставить его на борт.
Доктору Кейну, офицеру по науке, эксперту по известным обелискам, предписывалось его исследовать. Как он говорит, в этом направлении уже много достигнуто. Мое решение объявить карантин в колонии вызвало недовольство. Но внизу разразилась какая-то эпидемия, и я не позволю инфекции проникнуть на корабль, когда на борту столь ценный груз, когда мы так близки. Завтра мы вскроем планету и продолжим изучать обелиск. А когда вернемся домой, то передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду. А это жадность? Их погубило. Великолепно, великолепно! Подожди меня, я уже выхожу. Я не знаю, кто, конечно, но ладно. Как-нибудь сами. Сука. Да чё, блин? Вот просто пиздец. О, здорово. Блять, пошел ты нахуй. Беги, блять, урод. Блять, это ж надо было такой хуйней заниматься, вот сделать этих быстрых мудаков, блять. Ну что это за хуйта вообще, блять? Блять, не было несчастья, да счастье помогло, да, блять?
Так, короче, блять, надо как-то их ломать. Так, погоди, сейчас мы все соберем. Жизнь, боль, я согласен. Жизнь, смерть, боль, разочарование. Да помню, когда у нас, ну, я учился в универе, и у нас был предмет философия, в общем. И у нас препод, ну, задает нам вопрос, почему, говорит, ребенок, когда рождается, он плачет? Ну, блядь. Ну, хуй знает. Ну, родился, ну, как бы, туда-сюда. Ну, с философской точки зрения, почему, говорит, ребенок рождается, он плачет? Ну, вот дохуя было, в общем, теоретических, ну, задумок, ну, родился, может, ему там больно, я не знаю. То, что угодно, а он говорит, а философ, ну, преподаватели по философии, объясню просто, говорит, если с точки зрения смотреть религии, скажем так, что младенец, ну, ребенок, человек, когда рождается, скажем так, в утробе матери он находится как, типа, как в раю. А тут, получается, как бы перерождается и выходит в наш мир, и поэтому он, ну, становится как, типа, грешен, и вот поэтому он плачет, что он, как бы, родился в наш мир, скажем так, появился в наш мир, поэтому он плачет, потому что он, типа, ну, подсознанием он понимает, что он оказался в другом мире, скажем так. Это чисто по философии. В чем-то, конечно, не согласен, в чем-то нет. Ну, если с философской, с физической, конечно, понятно, почему ребенок плачет, блядь. Ты знаешь, когда у тебя выходной, а тебе звонят в 6 утра и говорят, у тебя некому работать, выходи на смену, блядь. Порой тоже... Порой тоже хочется плакать. Великолепно. Да, великолепно. Я согласен. Подожди меня, я уже выхожу. У меня жизнь такая. Хотя по философии у меня 5. Пробный запуск двигателя челнока. Заебись. Можно мне нахуй уйти отсюда, блядь. Так. Только у меня еще нет, блин. Пизду вообще нет. Как мы углы, блядь, калите вообще пиздец просто. Одна история лучше другой. Ну все, говорит, настал, говорит, предел моего ожидания к тебе. Ну что вы, говорит, все ж мы люди. Я еще помню, у нас тоже, ну, препод по философии говорит, типа, как вы можете доказать, что вы сейчас не спите?
ну, там многие, типа, ну, учеркуют себя туда-сюда, чтобы ты с ней себя учеркуют не может, так. Ну, и тоже, в общем, куча доводов, туда-сюда. Ну, все сдались, в общем, похуй, знаю, как это кажется, сейчас спишь ты или нет. Ну, и препод говорит просто, говорит, самое простое, понять, что ты спишь или нет, вспомни, как ты ложился спать. Но я, конечно, препода подловил, говорю, а подождите, а бывает такое во сне, что ты, ну, спишь во сне и просыпаешься во сне, и как будто у тебя сон продолжается. Говорю, у меня бы такого не было. Говорю, у меня достаточно такое бывает, что я сплю во сне и это самое. И просыпаюсь снова во сне, и еще раз могу во сне 3 раза проснуться. Я говорю, как мне с этим быть? Он такой, ну это, говорит, я, говорит, психолог. Я говорю, охуеть. Пошел ты нахуй, блядь. Так, блядь. Так что, Николай, походу, не к вам. Так, что-то не того я делаю, походу. Он ебанина, блядь, это пиздец, блядь. Сука. Блядь, какая, сука, затраханная эта хуйня с этими, блядь, черными монстрами, с ними пидорасами, блядь. Самовосстанавливающимися, блядь. Это какой-то пиздец, нахуй, сука, я уже не могу, блядь. Сука. Это, блядь, я не знаю, что, Хидетака помогал груз создавать? Я, блядь, что-то уже не понимаю нихуя. Николай, я пока подожду. Я постараюсь, ну, если что, там тебе помочь, как бы я психологии тоже чуть-чуть соображаю. Если что, пойму, что случай критический, я обращусь обязательно. Блять. Я почему-то так и думал, что у меня есть такая проблема. Я даже не знаю, плохо это или хорошо. Великолепно, великолепно! Мне жена часто говорит, ты, говорит, бывает, так смотришь, как это самое, как маньяк. Я думаю, замечательно. Я согласен, не, я наоборот поддерживаю такие вещи. Бизнес — это бизнес, что все хотят жить, все хотят кушать. Это нормально. Мы живем в время капитализма. Так. Сейчас. Пробный запуск двигателей челнока. Ну как мне, сука? Что за ёбан, блядь? Блядь, животина ебучая. Открывай эту хуйню, блядь. Куда я должен бежать? Никуда, блядь.
Вот за это говно еще что-то. Да так пополнить, блядь. Пробный запуск двигателя челнока. А, я понял, блядь. Охуенно, блядь. Сейчас я его рот наоборот. Идем. Серьезно? Ты в натуре охуел, блядь. Ничего, сука, не... И сюда, черт, блядь.
Наконец-то. Ну, бывает, да, сны такие страшные, но, не знаю, мне бывает, что сны снятся, как будто я вообще живу в каком-то другом мире, но мне часто бывает такое, что реально я просыпаюсь во сне, то есть я порой настолько, не знаю, научился сон во сне сна, что порой я понимаю, что я сплю, то есть я бывает, что сплю, я понимаю, что ну, это все нереально, потому что бывают такие сны лютые снятся. Особенно, когда ты просыпаешься, то есть ты и во сне, и просыпаешься прямо снова во сне, и продолжается у тебя какой-то ну, другой день. Ну, бывают какие-то зомбаки ходят, там еще какая-то хуйня. Я понимаю, что иначе я бы, ну, там, какие-то монстры на меня нападают, ну, грубо говоря, монстры во сне нападают. И я стою, знаешь, я раньше там пытался убежать, чтобы спрятаться, а бывает сейчас просто стою такой, и такой, да, блядь, это, значит, нереально. И, знаешь, ну, там, монстр, грубо говоря, такой останавливается, на меня смотрит, я такой, понятно, сплю, блядь. И все, я просыпаюсь. Так есть такая проблема, что почему, ну вообще реально, в принципе, почему, да, вот эти алкаши, они бывают, ну, во сне у них работа происходит, они захлебываются, потому что они проснуться не могут. Чего ты ждешь? Чего ты... Чего я, блядь, жду? Замки челнока отключены. Я на пути к причальной палубе. Найди меня там, и мы погрузим обелиск на челнок. Блять, а меня не дождаться было? Скоро я отвезу его домой. Куда же, блять? Не уверена, насколько Кейн контролирует себя, но нам нужен шаттл. Так что давай не портить с ним отношения. Пока. Ну, сны вообще, конечно... Ну, сны... Реально до сих пор не изученная тема, конечно. Даже философы не могут ответить, что такое сны. Ну и все остальные. Пришло твое время. Не надо бояться. Не надо сопротивляться. Ебанулся. Многие прошли перед нами, и сейчас наша очередь вместе переступить порог смерти и позволить будущему свершиться. Так идем же со мной, ибо я узрел лик Господа. Я странно, вот я вот когда в универе учился, у меня реально, ну, непонятно, почему у нас философию не преподают в школе. На самом деле, ну, полезный предмет. Я раньше греки, у них философия стояла, ну, как по предмету, на первом месте. То есть у них были предметы алгебра, философия, еще какой-то предмет прямо на первом месте, который, ну, изучали. Алгебра и история. Философия и история. То есть это прям было как вот... Ну, без алгебры. Может, спустимся? Нет, блядь. Ну, хотя, да. Кому там преподавать? Нас эти-то предметы освоить не могут. Обычные. Это в школе. Ладненько, ребят, сегодня на этом закончим, все-таки завтра понедельник, туда-сюда. Это продолжим с вами завтра. Так что вот так. Ладно, ребят, рад был снова всех повидать. Спасибо за поддержку, за подписки. Спасибо, что заходите. С добрых снов, счастья, здоровья вам, как говорится, берегите себя. Вот, увидимся с вами завтра тогда.
Да, доброй ночи, ребят, всем.